Доброе утро. Доброе утро. Я вот здесь на коврике. Давайте знакомиться. Как зовут? Самоизоляция – не время для гостей, но тут случай особый. Депутат губернской думы Александр Живайкин в маске и перчатках. И с важной миссией – вирус вирусом, а обучение прерывать нельзя. Правда, многодетной семье с этим были трудности. Трое детей учатся в разных классах, а старый ноутбук всего один. Я обычно через телефон сидела, ноутбук я брату давала. С ноутбука гораздо удобнее работать, экран больше, писать удобнее. Сестра-одноклассница тоже училась по телефону, правда, небольшой экран с смартфонов – это серьезная нагрузка на глаза. К тому же нет атмосферы живого общения. Маленькое окошечко специальных приложений не позволяет использовать все возможности групповых чатов. Я вижу вот эту обратную связь. Дети, то есть, отдают обратную связь, они поднимают руку. Я вижу реакцию детей. Для меня, как для педагога, это самое, в принципе, важное и главное. Одно дело, когда просто ты рассказываешь и не видишь этой обратной связи, а когда видишь вот это взаимодействие, то, конечно, это очень важно. Технических возможностей лэптопов хватает с избытком. Видео не тормозит, звук хороший, операционная система предустановлена. Новый ноутбук забрал себе самый младший. Виктор сразу же принялся настраивать компьютер вместе с преподавателем. Хотелось побыть в школе с ребятами. Завтра будет урок, и я увижу всех уже. Ноутбуки передаются в дар, возвращать их не нужно. Всего в регионе несколько сотен многодетных семей, где учатся двое и больше детей. Ряд из них на время самоизоляции получили школьные компьютеры. Руслан Шарипов, Алексей Гриднев. Новости губернии.